Динкс Моуд снова в деле. И на этот раз он... Я уже не очень хорошо помню, что случилось. Помню, что мы нашли ту, как она называется, пещеру, в которой кто-то сидит. И, наверное, надо к королю сходить, к местному, или кто он тут. Мало ли ведь. Вдруг он поможет, даст что-нибудь нужное. Так, как тут было сохраняться F4? Во. Ну, можно мне увидеться с королем, пожалуйста. Я Динкс Моуд Иванович. Нет. Не знает обо мне этот человек. Однако, с кем-то же... Погоди. С кем-то надо было побеседовать по поводу этого господина, попавшего в западню, да? С кем-то надо было побеседовать. О. Нет, мне не нужен эликсир никакой. А, точно. Тут же был какой-то... Человек, точно, который заклинание должен мне дать. Но он заклинание мне должен дать только когда у меня магия до 5 вырастет. Поэтому я знаю, что сейчас делать. Идти фармить экспу. О, да, тут как раз можно этим заняться. Отлично. Данжен для фарма. Наконец-то есть такой здесь. И он ушел 30 золота. Молодец, Динк. Не очень много, конечно, опыта получается таким нехитрым образом. Почти нисколько. О, увеличить магию. Это 4, а надо 5. Понимаешь? В чем дело-то? Все бы ничего. Да надо больше. Ой, как много еще надо. Жесть полнейшая. Наверное, это стоило делать за кадром. Или нет. Ну хотя кому интересно. Буду так вот бегать туда-сюда. Нафармливаться, мазать фаерболами. Ладно, хоть... Тут это было как-нибудь в духе дьявола, чтобы там лут валился, там во все стороны летел. Чтобы какой-то хоть спектакль был. А тут без спектакля. Без спектакля это не то... И вот так такие манипуляции нужно проделать еще 10 с лишним раз. Не так уж и много, но и немало. Бывало и поменьше. Ну, он еще и лечится автоматически здесь. Какой удобный данж. Данжин. Ну чё, как там дела? Старый чувак говорит, что я недостаточно могущественен. Так что я пытаюсь сейчас отформиться. Ну, ок, ладно.
Я тогда буду просто тут помирать, да, и надеяться, что они не придут назад. Ну ладно, да, я работаю над этим. Автосейв. Сейчас с микрофоном все не могу никак определиться. Этот иногда, ну, чтобы был не тихо, чтобы не было все громче меня, приходится его поднимать чуть-чуть, из-за этого он немножечко заходит за пределы допустимого. Немножечко зашкаливает порой. Я попытался другой микрофон, который у меня спецназовский, из наушников растет. Или вертолетчиковский какой-то такой. Он вообще статический шум выдает. Говно. Новое говно делают как попало. О, а что, еще никто не резетнулся? На сроки выйти. А сколько там? 3 года, наверное, микрофону. А он же шумит. А вот этому больше 10 лет. Не шутки. Не работает вообще. Ну, нормально. Понятно, что это... Не зря про него ходят шутки, да, вот про такие микрофоны, палочки Genius, что они там самые худшие на свете. Но ведь работает же. 10 лет прошло, он работает. Не каждый так может. Это вот как стул. Офисное кресло. Вот было тут офисное кресло, на котором я сидел. Уже больше 10 лет сидел. И сиделось ничего так. А новый стул уже, это, гайки сыпятся, болты из него. А вот раньше-то на века делали. А сейчас-то не на века делают, а так. На полвека в лучшем случае, если это стоять будет, и никто его трогать не станет. А если потрогают, то уже все. Даже не полвека. И не четверть. Дай бог, пару лет... Не, смотри, они не резетуются. Может быть, это сделать надо иначе. Вот так. Сейв. Загрузиться. А, ну нет, тут так не получится. Что кнопка рестарт делает? Ну-ка, погоди, я хочу нажать кнопку рестарт. Ну, мне любопытно. А, нет, нет, ладно. Плохая идея. Ну-ка, если выход сделаю. Да, он вышел не совсем. Нет, так не работает, слушай. Надо где-то еще опыту искать, значит. Тут, ну, блин, что с них опыта? 5. А надо, я напоминаю, 1600. Ну, суммарно. Ну ничего. Сейчас что-нибудь найду. Сейчас все будет. А вот эту я найду. Достану. Не совсем. Тоже не попал. Ах ты. Ну ладно. Пусть себе ползает. Никому не мешает вроде. А здесь ловить нечего. И кусты не поджечь. Не то чтобы я призывал жечь кусты. Ну иногда-то можно. Плохие кусты. Плохие кусты на плохих плантациях. Плохих людей. Хороших людей не надо кусты трогать. У хороших людей кусты хорошие. Как известно. Сюда нельзя.
Здесь женщина. Здесь колодец. Здесь ничего нового, я думаю, да? Я попробую поугрожать ему. Не очень ты мне нравишься. И? Я могу убить тебя. Нажимает кнопку под стойкой. Стража, помогите мне уничтожить этого безумца. Давайте-ка развлечемся. Забавно. И все, он больше не злится. Ну-ка, подожди. Я должен проверить, смогу ли я одолеть их. Может, стражники полегче, чем у короля. Ну, не похоже вообще по виду. По виду идентичные. Хотя нет, где? Легкотня. А сколько за них опыта дали? А если еще раз так сделать? Не увидел, сколько опыта дают. Надо еще попытаться. Убьют это неплохо. Видимо, не попадали по мне. Друг по другу попадали или что-то типа того. Не, за них опыта не дают вообще. Да, не густо. Ну, надо было попытаться. Кстати, да, можно же ускоряться, я забыл. Нужно сделать большой сейв. Еще раз сбегать в подземелье. Проверить, резетается ли оно. Таким образом... Нет, таким образом это не работает. Поэтому я, наверное, поступлю следующим образом. Я оставлю пока Динка Смолвуда в покое, ну, от записи. Буду в него ходить, набираться где-нибудь по крупицам опыта, пока у меня не стукнет, сколько там надо-то, 5 мэджика. Стукнул, я вернулся. Ну-ка, может, ну 4 хватит, может, не надо 5. Ну, пожалуйста. Нет, я все еще недостаточно силен. А если так? А если так? А если камин тебе поджечь? Так это не работает. Так что буду делать это после, как только достигну 5 уровня в магии, вернусь к нему, а пока что до свидания.